Компания «Мосфильм» представляет. Чтобы выжить, им придется стать героями. Тест-драйвер новейших разработок отечественного автопрома в исполнении Евгения Карельских. Когда против ополчился весь мир, их цель оправдывает любые средства. Бывалый игрок и любитель жевательных резинок в исполнении непревзойденного Михаила Пореченкова. Если отказали тормоза, смерть поджидает на каждом повороте. Отчаянный оперуполномоченный под прикрытием в исполнении Бориса Щербакова. Когда враг поджидает на каждом шагу и некуда бежать, им придется выполнить задание любой ценой и как следует поработать кулаками. Кикбоксер и ярый фанат боев без правил в исполнении Алексея Серебрякова. Эти герои волею судьбы объединятся против преступной группировки отпетых негодяев. Сумасшедшие погони. Безумные перестрелки, нереальные взрывы, террор и угроза на каждом шагу в столице грехов и пороков. Беззаконие врывается прямо на улицы города, до чертиков пугая жителей, которые ничего не могут предпринять. От тебя не скроешься. Но справедливость восторжествует. В стремительном боевике «Кулак гнева». Главное событие 91-го года. Скоро. Во всех видеосалонах страны, а также на «Горбушке».